Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий, с тобой. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня пятница, 10 июня, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся и попросим у Бога защиту, направление, попросим у Него мудрость для того, чтобы сегодняшний день для нас был успешным. Давайте обратимся к Богу сейчас, это момент молитвы, давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа, мы сейчас приближаемся к Тебе в молитве, и мы просим, Господь, чтобы Ты благословил сегодняшний день. Мы нуждаемся, мой Бог, в Твоем направлении, для того, чтобы мы могли принимать правильные решения. Господь, направь каждый шаг наш, покажи нам, как нам нужно поступать, что нам нужно сделать, то, что не надо сделать. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас и дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере, чтобы мы не оглядывались назад, чтобы мы не сомневались в Твоей силе, но действовали по вере в то, что написано в Твоем Слове. Спасибо, мой Бог, за этот день, спасибо за дыхание жизни, за Твою заботу о нас. Спасибо за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Уже сделал и будешь делать в нашей жизни, в нашей семье. Мы за все благодарим во имя Иисуса Христа. И просим, мой Бог, поставь Твоих ангелов вокруг нас. Защити нас, наших друзей, нашу семью. Защити, мой Бог, нас от аварии, от проклятия, от зависти. От всякого зла мы все отдаем, Господь, в Твои святые руки. Сегодняшний день, все наши планы, все мы отдаем Тебе. И по вере мы провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным для нас. Мы молимся также, Господь, за нашу страну. И мы просим, благослови Кыргызстан, Господь. Благослови нашу землю. Благослови нашу страну. Пусть, мой Бог, наша страна будет развиваться, процветать. И также, мой Бог, сделай так, чтобы у людей появилось желание познать Тебя. Чтобы у людей появилось желание обратиться к Тебе. Да, мой Бог, мы просим, излей присутствие Твое на нашу страну. Мы благословляем, мой Бог, Кыргызстан. Просим за правительство, за президента, за всех людей, которые имеют власть в нашей стране, используй их, Господь, чтобы наша страна прорывалась. Мы молимся также за другие страны бывшего Советского Союза. Особенно мы молимся за мир между Россией и Украиной, Господь. Защити Твой народ во всем мире. Защити и благослови. Это то, что мы просим во имя Твое. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу, дорогие друзья! Будьте уверены в том, что наша молитва была услышана Господом.
И сегодняшний день уже в Божьих руках. Будет прорыв, будет победа. Верите в это, хорошо? Вот что написано в Библии. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». Дорогие друзья, тот, кто живет по вере, идет противоположно тому, что этот мир говорит, что правильно, что так должно быть, так нужно. Потому что кто живет по вере, тот основывает свою жизнь на Слове Божьем, на том, что написано в Библии. И поэтому люди не понимают, те, кто находится далеко от Бога, не понимают, как возможно, что человек, он проходит через проблемы, через трудности, и все равно он продолжает верить, он продолжает служить Богу, уповать на Бога. Но потому что мы знаем, что когда мы в проблемах, когда мы в пустыне, когда мы проходим через трудный момент, тогда мы ближе к Богу. Потому что пока есть варианты, пока есть выход, пока есть шанс, тогда у нас есть такая тенденция к тому, чтобы тогда рассчитывать на себя. Это натура человеческая. Но когда кажется нам, что нет выхода, когда проходим через сложные проблемы и нет никого рядом, тогда мы прибегаем к Богу, к нашему Господу. Поэтому, когда мы в проблемах, тогда мы ближе к Богу. Это то, что Господь сказал Павлу. Довольна для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. Дорогие друзья, если вы проходите через трудности в своей жизни, может быть, вы проходите через самый худший момент своей жизни, поднимите свою голову, Бог с вами, все будет хорошо. Сейчас вы ближе к Богу, вы ближе, чем когда-либо, потому что сейчас вы зависите от Него. И когда мы зависим от Бога, Он проявляет свою силу в нашей жизни. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра, по бишкекскому времени, вы можете присоединяться к нам. Хорошо? Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве. И кто еще слушает нас сейчас, то напишите в ваших комментариях. Когда я в проблемах, тогда я ближе к Богу. И я завишу от Него. Да. И кто зависит от Него, тот будет побеждать. Дорогие друзья, мы ждем вас сегодня в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра, в 15:00, 18:30 на служении за освобождение. Хорошо? Хорошего вам дня! С Богом! Доверься Богу.